Садитесь! Садитесь, подброшу вас. Здравствуйте. Я тот раз съела тут же, спасибо. Пешком пошла. Я специально в машине ничего не чату. И это чату, пешком пошла. Не, я тогда с 5-го года, 83, вот 84 года же. Ага. 84 года? Ну. Терпо хожу. А сколько тут километров вы идете? А? Сколько километров получается у вас идете-то вы до церкви? На Торфу что и сколько идете? Да, до церкви, от Торфа до церкви. 5 с лишним, наверное. Вот 5 так. С лишним? Ага. Ладно. Я девчонка тут жила. Училась, меня направили сюда работать. Потом ушла, нас перевезли по отопляемой зоне в город. Город я жила, 12 лет. Сейчас опять тут придут. Сын остался, не переехал туда, так и остался. Я с сыном пришла жить. Вот туда, в Чебоксары. Вот вы, получается, 5 километров ходите до, до церкви? Ну, и зимой, летом хожу. Надо же. А за сколько вы до службы? Вот служба в 8, вы во сколько выходите из дома? А? Из дома во сколько выходите, чтобы на службу прийти? Полчаса хожу или больше чуть немножко. Сюда. Куда тебя сейчас не тороплюсь. Сейчас старый стал уже. Я 25-го года. У нас мама ходила в цирк. Все время. Маленький мне тоже села. Вот сижу оставаться. Тут вся разница, может, тут нету никого. Другой раз бывает. Но спасибо. Платить, что ли? А? Платить? Нет, вы что? Ну, надо. Другой раз расплатим. Ой, открывать не могу. А вот здесь вот. Такая бесовка. С Богом, до свидания. Ой, спасибо. Я на машине ездил, поэтому ничего не знаю. Спасибо, Господи, дай Бог.